После уборки чеснока нам надо восстановить плодородие почвы. Как мы это сделаем? Добавим орговит конский. Здесь у нас азот, фосфор, калий и микроэлементы. Обязательно добавим золы, это микроэлементы. В сухом виде живые микробиологические организмы, бактерии, мы их тоже в почву добавим. Теперь посеем сидираты. Мы взяли масляничную редьку, жалеть ее не будем. И прольем почву эффективными микроорганизмами. В данном случае взяли Восток М1 на 10 литров 2 колпачка. Так что, дорогие садоводы, то, что можно сделать осенью, и с осени восстанавливайте плодородие почвы, не откладывайте работу до весны.